Ну что, ребят, всем доброе утро. С вами Антон Лайк. И немного с опозданием мы врываемся на карту Dragneel против Kingdom. Но ничего страшного, в принципе, толком мы ничего не пропустили. Счет у нас 0-0. По пикам все, в принципе, видно. Так, понятно. Немного расскажу, наверное, о командах. Вдруг, если кто-то подключится на трансляцию. Команда Dragneel прошла по открытым квалификациям под номером 1, если мне не изменяет память. А команда Kingdom получила прямой инвайт. Быстренько пройдусь по составам. Клэр Ваянс будет играть у нас на Винтер Виверне. Феникс Кун или Киваэх, кому как удобно, но на первом стриме сегодня называли именно так. FN у нас будет играть на Инвокере. Fantastic Damage будет играть на Lifesteal и Snaking на Дарксире. Здесь же команда Kingdom. Джак будет играть у нас на Личи Алион Ньюсхам. Зизи будет играть у нас на Моржинге. Дженкинс на Бисмастере и 747 на Слардаре. В принципе, на карте особо ничего толком не произошло. По крипстату видим топовый крипстат у нас у Лайстиллера. Второе место Морфлинг. 19 крипов есть добитых. И вот сейчас делит как раз таки второе-третье место Слардар. 20 крипов у него есть. Ну, Слардар у нас фармит, в принципе, в топе. Морфлинг у нас фармит в миде спокойно. Перекрипал он довольно-таки серьезно инвокера. Инвокеру пока тяжеловато что-либо здесь сделать. Но, тем не менее, в целом, все отлично. Есть же аквилка у нас у инвокера. Здесь же Морфлинг с ботиночком. Думаю, тоже будет делать какую-то себе аквилу. Посмотрим. Как раз. Прилетает сюда Виверна. Помогает своему мидеру немножко, потому что все же видим по крипстату инвокер немного проседает. Здесь же в боте Лайстерия пока имеет, ну, относительно полный фрифарм. Пятый уровень Бисмастера, скоро шестой, также не мешает ему особо никак. Ни Феникс, Виверна, в принципе, тоже была далеко постоянно. Башню сил света на верхней линии атакуем. Ну и в топе. Слардар остается совсем один. Прогнали они отсюда Дарксир. Дарксир пятый уровень, но возвращается он потихонечку на свою линию. В миде пытается, конечно, вейформом прогонять Морфлинг. Инвокер, но пока толком ничего не получается. Разменяться также не получается. Счет у нас 0-0. Шестая минута. Подцепить кого-то толком не удается. Вот сейчас только пытается прохарасить нас без мастера. Феникс вместе с Винтер Виверной, но оставляет ему 150 хп и прогоняет его конкретно уже с линии. Морфинг давит окончательно за Т1 тауэр, получает колоссам в ответ, прилетает сюда Дарксир, начинает на хосте под Айншеллом продамаживать Морфинга, прилетает также сюда Феникс. Своим лазером очень больно наносит Морфингу, это First Blood в исполнении команды Dragneel. Отлично сыграно, Дарксир, Феникс вот так вот сожгли просто этого Морфинга, который задавил за инвокером чуть ли не за Т1 тауэр. Отлично сыграно, молодцы ребята. Вовремя перетянулись, вовремя помогли своему тиммейту. Честно говоря, даже не ожидал, что именно в миде произойдет First Blood, тем более на Морфлинге. Но ребята неплохо сработались, неплохо отыграли и показали неплохой результат.
Буквально секундочку, ребят. Буквально одну секундочку. Ну, по крестату видим, что первую строчку нас занимает Слардар, в топе он стоит совсем один, 55 добитых крипов, боти Ластилер также не отстает, есть 53 добитых крипа в мини же уже. Видим, здесь зацепили Бисмастера, есть ответный Прайм Урор в Ластилера, думаю, дальше не погонит Сплюдатель, далее он также дает Хекс по Ластилеру, неплохой чайник залетает. Есть еще подкоп, был заюзан, но с помощью хила он почти полностью восстанавливает здоровье Ластилеру, и дальше подцепить его было уже невозможно. Ластилер здесь не погибает. Отлично сыграно Виверна, да и в целом команда неплохо отыграла, спасла своего тиммейта. И Ластилер спокойно продолжает фармить на этой линии без каких-либо проблем. Что-то не могу я даже найти стрим шестого канала. Так, ладно, ничего страшного, пока будем смотреть. Так, башню сил света на верхней линии атакуют. Хотя нет, все хорошо, стрим работает, видимо, какие-то у меня на неполадочки. Башню сил света на центральной линии атакую. Да, сори, ребят, все отлично. Продолжаем смотреть матч. Видим, везет себе Мидас. Ластилер, 10-я минута, не так рано, но тем не менее есть фейзы. Есть Мидас, разгоняться будет очень хорошо. Здесь же в миде Инвокер также будет выходить. Мидас, есть 800 голды. Ну, в принципе, относительно неплохо он стоит на мид-линии, несмотря на то, что по крипстату немного проседает. Думаю, есть смысл уже переключиться на нетворс. Видим, что первый нетворс по-прежнему у нас у Слардара. Здесь атака по Инвокеру, но прилетает Винтер Виверна, неплохой чайник залетает, но последняя тычка приходится на Клэр Вайанса, и та особо дэмэджа по ребятам не зашло. Ну так, по нетворсам. Первую позицию у нас занимает Слардар, 5000 по нетворсу у него есть, далее идет Ластилер, 4700 даже почти, ну и тройку закрывает Морфлинг, 4300. По графикам видим, что более 1000 по голде ведут нас Кингдома, и чуть более 2000 по экспириенсу также преимущество команды Кингдом. Неужели даже медасик выйдет у нас Морфлинг? Есть Глазус Хейст, есть 1450 на руках. Ну, в принципе, почему бы и нет, есть неплохой фарм. Не такой поздний тайминг медаса все-таки будет. Для разгона можно было бы взять именно Мидас. Здесь Инвокер также метеоритом старается фармить по-быстренькому крипов, чтобы догнать и наверстать тот недостаток фарма, который у него появился в начале игры. Уходит даже на эншентов, с помощью Алакрити фармит. Вот я пропустил фраг на Личе, но здесь 4 персонажа просто поймали, видимо, то несчастного саппорта, отправили его моментально в таверну.
света на верхней линии, разрушил... Здесь же нашли у нас Бисмастера. Ну, 4 персонажа, я думаю, Бисмастер также отсюда никуда не уходит. Праймор даже раскастовывать не стал. Фраг достается Фениксу. Ну вот в плане такого вот тимбилдинга, в плане командной подмоги, очень хорошо выступают у нас Драгнилы. Постоянно прилетают на помощь, постоянно вместе кого-то убивают. Уже вчетвером на 13-й минуте собираются по бот-линии, будут пушить тир-1 вышку. Здесь не знаю, прилетит ли Бисмастер, прилетит ли кто-нибудь еще, потому что Тауэр будет спокойно падать. Ну, с Лордара есть Блинкдаггер, приходит он на мид-линию, будет залетать, скорее всего, на Инвокера. Есть стан, есть Amplify Damage, и Инвокер моментально погибает, отправляется в таверну, прилетает сюда Винтер Виверна, также делает телепорт сюда вроде Феникс, но, к сожалению, было поздно. Инвокер здесь было просто не спасти. Ну, если говорить конкретно о составах, я думаю, всем известны ребята из команды Драгнил. В свое время они были очень популярны, очень... известно, здесь же в боте уже убили при помощи Слардара у нас Феникса, пытаются убежать отсюда. Дарксир есть еще, мана, к сожалению, не хватает на вейвформы, думаю, дальше давить морфлинг не будет. Дэмэджа с инфеста у Ласира не хватило, там практически был оформлен даблкил на Слардаре и Бисмастере. Но в целом и Кингдом поняли, что им нужно и желательно ходить уже в пятером. Как минимум, собираются даже на бот-линии, с помощью морфлинга прилетает он сюда, помогает своим тиммейтам. Есть уже медасик, есть ботл, 1700 на руках после того, как он купил медас. Тут разгон просто дикий по голде. Инвокер также приобрел себе медасик, нужно как-то то ли в лес ему уходить. Но в любом случае разгоняться, потому что отставание от своего оппонента чуть ли не на 2000. Залетает на него Слардар, потихонечку начинает раздамаживать, есть Amplify Damage. Миллион физического урона, последний удар проходит по Инвокеру, отправляет его в таверну. Здесь же Леон залетает с помощью Даггера. Блинкдаггер, кстати, ранее очень на Дарксира, отправляет его также в таверну с помощью стана и Finger of Death. Здесь, конечно, подстелили немного Слардар, но тем не менее Слардар неплохо сыграно. Все-таки Инвокер разменял с помощью Фаржа еще и Леона. Такой запакованный довольно-таки Слардар, есть уже армлет, есть Блинкдаггер. Винтер Виверна здесь уже с арканами, Феникс пока только с Транквил Вудсами, есть 8 уровень. Саппорты, в принципе, не обделены вот экспириенсом, такие ранние неплохие левла они апнули, ну, за счет, наверное, экшена на карте. Ну и тем не менее, Ластерер по фарму не проседает, здесь еще забирают нас с помощью санстрайка лича. Неплохой фраг для инвокера, инвокеру не хватает как раз таки вот таких вот легеньких фрагов на личах, примерно вот лишняя голда ему явно не помешает. Потому что здесь появляется уже Boots of Travel и медас, а здесь только голый медасик. Потихоньку также харается у нас мид-линия. Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. Сюда уже приходит морфлинг. Морфлинг взял себе колечко. Относительно скоро уже, думаю, будет готова Линкенсфера. До 21 минуты уж точно он сделает ее. Ну и далее будет разгоняться в боте. Не поймали Слардара. Слардар пошел в совсем другом направлении. Тут есть инфест-бомба. Ну, привозит просто Ластеля на свою линию. Он спокойно выходит и будет дальше подфармливать в миде. Напрягает тир-1 вышку. Летит сюда Винтер Виверна. Есть ультимейт на всякий случай. Надо цеплять, наверное, лича. Но не хватило. Скорее всего, RNG и
подцепить как-то не получилось. Топи же Леон в спине стоит у Дарксира, приходится, да также Слардар. Выходит в спину, есть хекс, есть стан. Уйти как-то. Ну, получилось немного даже размансить, заметил он Леона, что выходит на него, но тем не менее. Есть стан, приходится, да вся команда понимает, что нужно отходить. Так за ними еще и побежали, задавили, но тем не менее вакуум не получилось поймать. Фраг также сделать не получилось. Отличная игра от Kingdom. Отличная игра от Snake King, который вовремя все увидел, вовремя среагировал. Убежал в нужную сторону к своим тиммейтам. Ну и цепляя здесь Морфинга. Конечно, есть Waveform, есть еще и Replicate. В случае чего он просто уходит на нижнюю руну, а здесь приятная регенерация. Кстати, примечательно, что в боте оставил на сластера линию, и Бисмастер, не теряя времени, вместе с первыми некрачами, уже есть, кстати, вторые. Спушил просто тир один вышку на бот линии, но здесь будет размен на центральную. Пытаются зафокусить Морфлинга, Морфлинга репликейта нет. Дэмэджа хватило более чем. Ну и отправляет его в таверну. Киллинг спри уже у нас у инвокера. После небольшого фитфеста 0-3 у него был. Сумел он все-таки как-то ретироваться, вернуться в эту игру. И по нетворсу мы видим, догоняет уже Слардара. Но и Ластир в боте разменял своего тиммейта. Погиб у нас Бисмастер. Ластир помог своему тиммейту, разменял его на Дейсика, Тейсик, точнее, погиб от рук Бисмастера, и Ластер ему с этим помог. Ну что, инвокер фармит, есть также Травула, потихонечку выходит в Аганим. Леон все по-прежнему на этой точке стоит, пытается кого-то поймать. Но сюда подходит Феникс, неплохой таргет будет. Если получится убить, но ребята мигают, понимая, что Леон где-то рядом. Найти, к сожалению, его не получилось, но в принципе... В целом, угадал Феникс, угадал у нас, угадали саппорты, может быть, вард есть смысл поставить на, здесь на верхнюю, ну, есть инфест бомба, я думаю, по топу пойдут, попытаются спушить тир-1 вышку. Башню сил света на нижней линии атакуют. Посмотрим, что из этого выйдет. Создается Фор Спирит, и сюда подходит Морфлинг. У Морфлинга есть, в случае чего, репликейт есть. Но здесь, ребята, заходят на Рошана. Здесь, в принципе, Рошан очень быстро падает под Amplify Damage'ем. Очень много сумонов. Также Бисмастер помогает, приходит сюда Морфлинг для того, чтобы, скорее всего, забрать Аегис. Ну да, Аегис будет доставаться Морфлингу. Выкидывает он ботл. Ну и неплохо сыграно, 20-я минута, ребята забрали первого Рошана. Разменяли, конечно, Драгнила Тауэр на топе, но все же Рошан и Аегис приятнее будет. И то не сразу по боту будут пытаться напрягать тир 2 вышку, но здесь ребята пушат намного быстрее, уже половина Тауэра почти просела. Думаю, есть смысл зачистить крипвейв и... Просто без драки вот так вот два таура подряд. Неужели ребята заберут? Ну, я думаю, они будут дефать бот-линию. Почему бы и нет, даже несмотря на то, что там есть Аегис. В целом, ребята готовы. Есть неплохие ультимейты. Есть инвокер, который даст свой прокаст. Но здесь таур также, на самом деле, очень быстро падает. Морфлинга. Много дэмэджа с руки, много сумонов у Бисмастера, в случае чего будет... С кастом еще не крайним иконы. Есть уже третий уровень. Тир 2 вышка у нас на боте падает. Без проблем с ней разбираются ребята. Ну и все разбегаются по своим лесам, по своим базам. Один Леон постоянно по кустам у нас шарится. Пытается с даггером кого-то выцепить, кого-то поймать. Вот вроде бы ранний даггер есть, а по сути реализация... Такая себе, потому что он постоянно сидит в кустах, постоянно
пытается кого-то поймать, но у него ничего не выходит, но тем не менее более-менее свою роль он выполняет. Есть уже став Wizardry, наверное, это будет какой-то форстав. Хотя, если был бы форстав, то уже он его бы докупил, но вряд ли это будет какой-то гоним. Хотя, вполне возможно. Приобретает себе гоним также инвокер. Лайстер у нас уже Саши Яши. Армлет Мидас пока есть. Думаю, следующий артефакт, если не БКБ, то Кираса. Заедет очень даже неплохо. Ну, а здесь у нас Блинкдаггер, Мека. Ну, впоследствии будут готовы какие-нибудь грюзы. Ну, пока у нас игра немного утихомирилась, ребята стараются фармить, стараются не драться, потому что есть Аегис. Тут уже заюзали смог на четверых. Ну, поймать, наверное, никого не получится, если только какого-то курьера подрежут. Хотя могут найти Лайстиллера. Это будет очень приятный фраг, потому что Лайстиллер давно уже не умирал. 24 минуты залетает у нас Слардар, но немного опоздал он со своим крашем. Драксир также должен все понимать. Но нет, выходит он на линию здесь. Вовремя заметил, нажимает телепорт, успеет ли улететь. Да, успевает, не успевает. Тут даже Дженкинс как-то расконтролить своих птиц. Показать этого Дарксира, чтобы залетел отдать в страйк. И избили ему, собственно, телепорт. Ну, 2400 уже на руках есть у Морфинга. Относительно скоро будет уже, наверное. Готов из Эрил Блейд. Стягивается на топ-линию у нас команда Драгнил. Но этот таур они точно отдавать не очень-то хотят. Хотя Морфинг далеко. Но без него, в принципе, можно подраться. Реплики от 10 секунд, если переждать вот этот момент. Но Морфинг, скорее всего, будет уже перетягиваться, да. Приходит на реплики на топ-линию. Ну и тавер потихонечку падает без какого-то либо размена. Без какой-либо драки. Покупается госсептор. До Эзрил Блэйда остается всего ничего. Для Морфинга это не проблема. Ну а здесь ребятам из команды Драгнил остается только переждать вот этот начальный натиск. Интересно, просто дикра каких-то мидасов. У нас, если посмотреть, мидасы практически у всех уже присутствуют. Есть мидасик на Леоне, есть мидасик на Морфинге. Мидас на Лайстиллере, Инвокере и Фениксе. 5 мидасов уже готово. Ну, в принципе, почему бы и нет, 26-я минута игры, 14 фрагов, особо нет какого-то экшена, почему бы не выйти в такой артефакт, как Мидас. Тем самым открыв себе возможность пофармить, получить экспириенс, получить голду нужную для этого матча. Явно ребята не готовы заканчивать в ближайшие 10-15 минут, я думаю, эта игра будет на все 60-65 минут. Ну и, собственно, видим по графикам, чуть более 2000 идут ребята из команды Kingdom, а по экспириенсу чуть более 4. Но все-таки за счет 3 медасиков, я думаю, Драгнилы будут сравнивать вот это преимущество по экспириенсу. Не знаю, как по голде, в принципе, фармят и те, и другие очень даже неплохо. Первый понутворс у нас идет Морфинг, 15500. Далее два топовых места у кор-героев команды Драгнил. Все же ребята на пиках не стали как-то убиваться и брать себе лайтовых таких керри-героев. Тут есть Ластер, который, в принципе, кайтится, который легко убивается. И, ну, не то чтобы он плох, но он
на определенной минуте все-таки потенциал свой потерять может. Но здесь Дарксир, точнее Слардар, который по сути свой потенциал толком тоже не наращивает после какого-то определенного момента, когда у него есть ключевые артефакты. Тем более, если у него ничего не получается в таком ганг-потенциале, если он никого не находит, никого не убивает, фармить он особо не может. Уже видим, как по крипстату начинает проседать потихонечку. Тут и ластиры разгоняются, и инвокер разгоняется, вследствие сравнения с морфлингом. Так тоже понятное дело. Что, в принципе, Слардар свой фарм потихонечку будет прекращать уже. Совсем другая задача должна быть у этого героя. Ну и прилетает Слардар у нас на борт-линию. Есть руны инвиза, находит он инвокера. Нужна какая-нибудь помощь, я думаю. Есть Amplify Damage, есть стан, но дэмэджа, мне кажется, даже не хватит. Есть Cold Snap, есть. Хотя приходит сюда Морфлинг, дает Azerial Blade, добивает этого инвокера, сбивает с него стрик. С испугу, наверное, Слардар просто прожимает свой Blacking Bar 10-секундный. Ну, я думаю, инвокер более чем довольны хотя бы таким раскладом. Все-таки БКБшка была потеряна просто так, фактически. Может быть, не ожидал Слардар, что будет здесь будет подмога со стороны Морфлинга. Хотя, я думаю, этот момент ребята обсудили заранее. Но, тем не менее, фраг сделан. Инвокер в таверне. 20 секунд его еще не будет. Но на байбек, понятное дело, не разведут. Даже не успеет дойти на хайграунд. Да не думаю, что ребята пойдут. Не очень-то они готовы. Ну, как я предполагал, Лайстиллер выходит потихонечку в Кирасу. Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. Дарксир пока. Есть Ogre Club, есть Guardian Greaves. Glimmer Cape также появляется у Winter Wyvern. Ну и прыгает у нас Ластерер в Дарксира. Есть смог. Пятером выходит. Неужели на Морфлинга? Но мне кажется, это не лучший таргет. Хотя нет реплики. Вылетает инвокер. Нет репликейта, но в целом попробовать можно, но там для этого еще нужно будет сбить линку. Сбить линку может здесь только, по сути, инвокер. Либо Ластиллер, который сидит в Дарксире. Более как-то сбить кому-то линку здесь нельзя. Сам выбор линкенсферы здесь очень-очень неплох. Понятное дело, что Слардар линку себе покупать, наверное, не будет. В принципе, необходимости в этом как таковой нет. Бисмастер тоже, наверное, не будет. Он докупит себе Владимиру. Будет именно укреплять себя и свою команду по параметрам именно таким. На тимфайт, на пуш потенциал. Артефакты на армор, артефакты на реген маны, реген хп. Напомню тем, кто смотрит, вдруг, если вы не знакомы с командами, команда Драгнил, она прошла в закрытую квалификацию через Open квалы. Здесь, в принципе, все игроки вам известны. Снэйкинг давний такой американский игрок, очень популярный. Клэр Вайанс тоже олдовый такой молодой человек. Был он тренером команды Cloud9, насколько мне известно. В то время там еще в Cloud9 играл Eternal Envy, Sing Sing, Fata, Bon7. Поэтому ребята здесь неплохие. Единственное, вот я не знаю, ну, Ластиллера. Понятное дело, Snake King. Все его знают. HFN тоже, на самом деле, не могу припомнить вот этот никнейм. Ну, а команда Kingdom не менее известные ребята. Тоже светились на американской про-сцене.
Здесь у нас падает очередной Рошан в копилочку команды Kingdom. Понятное дело, законтестить даже не успевает и не пытается. А Aegis достается Бисмастеру. А нет, стоп. Бисмастер уничтожает Aegis. Ну, будем надеяться, что это был мисклик, потому что в слот все-таки у Морфлинга есть. Под Aegis как раз-таки. Ну и Манта Стайл для Морфлинга. Морфлинг очень сильно отрывается по Нетворсу. На 5000 он вгоняет того же Инвокера. Лайфстилера. 32-я минута у нас игры. Счет 8-7. В принципе, игра у нас очень спокойная. Подпушили немного топ-линию, понимая, что надо дефать не только Тауэр Миди, но и свой хэкграунд. Ребята могут спокойно подняться на него и попробовать что-либо сделать уже на нем, но пока ребята не готовы, есть смог. Возможно, будут выжидать своего противника, когда тот выйдет с базы. Но тут ребята пока не торопятся. Уходит на топ-линию в надежде найти там инвокера, в надежде найти лайстилера. К сожалению, у них ничего не выйдет. Внешних товаров уже у команды Драгнил нет, остался только хайграунд, поэтому надо найти только момент решиться подняться на верхнюю. Ну и прилетает сюда Морфлинг, есть неплохой фокус по Винтервиверне. Винтервиверна моментально погибает, пытается на экс что сделать здесь. Раскастовывается неплохое яйцо, сразу прогоняет отсюда Кислардара и Мофлинга. Подходит уже инвокер, есть замедление по морфу, но все это дочится. Манта Стайл, бласт неточный. В итоге Мофлинг просто спокойно уходит на реплики. Ну и тем самым спасает себе жизнь. Здесь нашли у нас Дарксира, залетел у нас Леон с подкопа и пальцем моментально продамажил Дарксира. Ластира начинает потихонечку грызть Слардара, замедление будет опуванс через 3 секунды. Гнаться за ним не стал, хотя мог в принципе попробовать вместе с Фениксом, вместе с Инвокером как-то либо Леона забрать, либо Слардара, но тем не менее ничего не получается. Вот как-то в контр-атаке сыграть уверенно не могут ребята. Разменять своих саппортов, разменять своих кор-героев, увы, не выходит. Но в предыдущем тимфайте просто был заюзан Prime Aurora на Winter Wyvern. Сделать толком она ничего не смогла. За ультимейт она погибла. Свой ультимейт не раскастовала. Ну и инвокер также докупает себе Линкенсферу, дабы не погибать за прокаст Морфлинга. Не получает хотя бы Amplify Damage. Пару-тройку раз у него это сделать получится. Ну и что? Бисмастер также, думаю, выжидает момент для неплохого ультимейта. Есть Travel Boots у инвокера у нас. Точнее, извиняюсь, на Морфлинге. Если вдруг, как в прошлый раз, Бисмастер будет на кого-то нападать, например, сейчас на Дарксир можно было залететь. Здесь нажимается телепорт на вот эту птицу. Вылетает Морфлинг на Дарксира и без проблем его убивает. Стараются ребята держаться в пятером.
стараются друг от друга не отходить. Инвокер, понятное дело, все время сплитпушит. Но вот за лайстилером просто ходит вот такой вот пакован героев. Вдруг, если кто-то залетит, нужно будет моментальный подсейв. Ну, Морфинг, понятное дело, может ходить один. У него есть реплика, у него есть блокинг-бар, есть рентген-сфера. Его убить очень и очень тяжело. Плотно такой товарищ у нас выходит. Сларда докупает себе Мьёльнир. Ну, вообще, по графикам. За счет перефарма на Морфинге вот такой вот скачок по голде есть. Ну и по экспириенсу более 14 тысяч ведут ребята из Kingdom. Камбэк здесь будет на самом деле очень и очень тяжело, но я думаю, если ребята соберутся, если пару раз убьют Морфинга, зафокусит, верно даст неплохой ультимейт, все по это будет скастовано под ультимейт Феникса, под Супернову. Ну и здесь Primal Roar был скастован в Лингенсферу, неплохой ультимейт от Вивиана, к сожалению, никого не убивает. Здесь толком Феникс раскастоваться не смог, он просто погиб райкликом от Слардара. Слардар на лоу хп уходит, пытается догнать его лайстилер, но санстрайком получается все-таки его убить. Также Бестмастер уходит на телепорте. Рэйч прижимает лайстилер, попытается ли убить кого-либо, пока непонятно. Подставляется Морфинг, Морфинг уже без вейформы, без реплики, но на реплике все-таки выходит, даже нажимает блокинг бар. Леон пытается уйти, но торнадо не точная, фурстав Блинк Даггер спасает тебя всем самым. Мана на телепорт нет, но вот гнаться ребята не будут, да, не догонят Леона. И в принципе, размен у нас получался один в один. Получился. И байбек Феникса был заюзан. По XP, понятное дело, ребята из Драгнил получили немного больше за счет своего, за счет фрага на Слардаре. А вот по голде, хотя тоже в плюсе, но тем не менее очень много потерял Феникс. Погиб, байбекнулся, никого толком не убил, никого не догнал. По сути, было сделано это зря. На самом деле, неплохой был ультимейт от Винтер Виверны. Спас он моментально своего тиммейта, своего нового инвокера. Непонятно, как-то залетел Феникс, попал либо под фокус, либо под стан. Что-то с ним произошло, он даже не успел раскастовать свое яйцо. Был бы там вкастован ультимейт, была бы там супернова. Я думаю, без каких-либо проблем получилось бы забрать не только Слардара раньше, но и, возможно, Морфинга, возможно, саппортов добрать. Ну и в боте Леон также сидит. Пока в лесах, инвокер залетает на Бестмастера, есть. Также здесь лайстиллер получает Primal Roar в лицо. Инвокер, скорее всего, здесь будет погибать, но есть размен на Леона, приходит сюда Слардар. Морфинг спасает с помощью Зарил Блейда своего тиммейта, и также погибает лайстиллер. Инвокер без байбека, лайстиллер, конечно, байбекнется, но толком сделать против Морфинга он, наверное, ничего не сможет. Колоссальные изменения по опыту и по золоту. Будет заход на хайграунд, и что-то мне подсказывает, что это будет минус сторона, на самом деле. Есть Зарил Блейд, есть Адаптив Страйк по Фениксу, убить его, к сожалению, не получилось. Просветить Винтер Виверна также не получается, но вот только сейчас убивает Слардар. Так еще и оформляет почти даблкил. Раскастовывается Супернова. Но нижняя сторона будет падать. Без каких-либо проблем на 41 минуте ребята смогли перебороть своего противника и забрать первую линию. Ну теперь остается только дождаться Рошана. Рошан у нас лестница примерно через несколько мгновений.
буквально через минутку. Властелер уже готов, кирасы есть. Башера вот не хватает, конечно, дэмэджа, не хватает контроля. По тому же морфингу, по слардару, без мастера. Ну, инвокер даже, не знаю, блокинг бар, очевидно, не хватает. Также на место даггера. Можно, конечно, добрать Октарину, Октаринкор, но не очень, я думаю, что получится даже за месяц как-то хорошо раскастоваться. Есть Primal Roar, есть Лордар, есть тот же Леон. Его можно держать постоянно в контроле. Ну и Морфлинг. Кстати, сделать техники, просто добить своего оппонента. Думаю, также без каких-либо проблем с этим сможет справиться. Очередной Рошан падает в копилку команды Kingdom, подходит до Морфлинга, Морфлинга. Слота, конечно, нет, Аегис забирает нас в данный момент Слардар. Был у него слот, и Сыр достается без мастера. Собирается команда Kingdom по нижней линии у нас. Думаю, все-таки надо перелететь как-то на топ. Попробовать подпушить топ. Есть Аегис, есть Сыр. Есть очень много артефактов на кор-героях, на том же Морфлинге, на Слардаре. В принципе, много артефактов. Думаю, есть смысл переключиться уже на байбеки. Видим, что байбек у команды Драгнил только есть у Инвокера. Ластирер байбек уже нажимал. Он у него в кулдауне. Об этом прекрасно знает команда Kingdom. И что мы, собственно, и видим. Они просто собираются, идут по мид-линии. Есть Top Strike вместе с Realm Blade, он моментально забирает нас в Винтер Виверны. Винтер Виверны без байбека, а также погибает у нас Инвокер. Моментально прожимает байбек. Здесь есть фокус по яйцу Феникса. Неплохая стенка, неплохая стяжка от Дарксира. Моментально погибает ли он. Погибает также Слардан, это только Аегис. Морфлинг каким-то образом тоже погиб. А, нет, извиняюсь. Это был Лич. Морфлинг уходит на базу. Сумел сделать телепорт. Осталось только убежать с Слардара. Есть спринт, есть блинкдеггер, в случае чего. Ну и бисмастер возвращается вместе со Слардаром. Убивают они Дарксира. Есть фокус по лайстере рубашек, заезжает. Морфлинг также разбирается с своим оппонентом. И good game well played. Поздравляем команду Kingdom. 1-0 в этой серии. Серия Best of 2. Поздравляем, ребят. Ну а сейчас мы уходим на небольшую рекламно-музыкальную паузу.